заряжаться хорошим настроением к Новому году надо заранее. На декабрь в парках муниципалитета были запланированы различные праздничные программы для детей. Так, в Расторговском парке прошло ретро-мероприятие «12 месяцев». Хиты 80-х и 90-х в обычно тихом Расторговском парке в последний месяц года шумно и весело. Ведущий программы «12 месяцев» клоун Алекс подарил детям и взрослым праздничное настроение. Все желающие танцевали, участвовали в хороводах и веселых эстафетах. Видновчане и гости округа смогли почувствовать себя настоящими артистами, читая новогодние стихи и исполняя песни. Мы из Москвы, мы приехали к подружке на ночевку и попали сюда, на такое вот мероприятие новогоднее. Вот, мы ждем, пока выйдет Дед Мороз, чтобы здесь потанцевать, повеселиться. Дети верят в Дед Мороза, ждут, вообще загадали, письма отправили, так что у нас настроение замечательное. Спасибо за такие праздники. Следите за афишами парков округа, там много интересного.